да вы сидите. Предлагаю слезы пропустить и перейти к самой, так сказать, сути посмертия. Всем хана! Кайфуйте, братцы, пока вам не настал поздняк метаться. Но если из мобил хоть звук раздастся, я сам тебя придушу честно. И так суть посмертия. Сыграть в ящик — это стресс. Жизнь моя была постой, шанс упущен, вот отстой. Но я вам отпишу процесс. Не кайфовать и не зевать, ведь в этом деле я спец, так сказать. Пока проблемы забудь, плевать мог что-нибудь ты не успеть. Но попал на шоу про смерть. Гляди веселей, на той стороне. Смерть ожидает, смерть поджидает, смерть. Я твой проводник к мертвым от живых. Но не забывайте, это шоу про смерть. Бесподобные мы компании. Здесь Роджерс, Харт и Хаммерстайн. И теперь Стэймон и Сандхайм. Очередение в туалетах — фишка по смерти. Мешать тут можно по приколу, и кот с травой, и даже мента с колой. Никто у вас не спросит QR-кода. Это мы и есть, ну, фишка по смерти. От всего проблем нельзя. Ты не куришь и не пьешь, ну, здоровье не поврешь. Я открою вам глаза. Мы все в раздельном списке, не ищите смысла. От всего привился тупо сердечный приступ. Давай, чувак, не кисти, да гарантий нету. Тут все не так, как в жизни, но круче спецэффекты. Попал на шоу про смерть. Гляди веселей. На той стороне все норм, нет? Я ваш проводник к мертвым от живых. Правда, не забудьте, это шоу про смерть. Свет запрет, но как будто ее нет. Но чушка медики не могут откачать, могут лишь рассчитать вас. Если вы помрете во время концерта, деньги за билеты не возвращаются. Ни при чем судьба и рок, лишь стремительный песок. Ваш отсчитывает срок, пока однажды не настанет и ваш час. Это жизнь, увы, вам не выбраться живым. Закопайте, пусть лежит. Травму, боль, скорбим, скучаем, бла-бла-бла, аминь. Помянем, разве всем не положись? Так стать пилатес, йога, вечно жить вам не помогут. Осветил я тему ярче. У смерти просто был плохой пиарщик. Но перед вами сейчас тот, кто разрулит за вас. Самое время для нас. Против шоу про смерть! Keep your phone.
Да, друзья мои, надо сказать, что атмосфера, конечно, нездоровая. Ну да. Ты именно здесь хочешь стоять, да? Дождит. Не выходишь. Как на трибуне. Плохо сейчас было. Это было плохо. Только что для вас прозвучали композиции из мюзикла «Битлджус» в исполнении Евгения Кирилина и Велены Соколовой. Ну а сейчас предлагаю всем перенестись в Аргентину в место действия одного известнейшего мюзикла под названием «Эвита» и пригласить на эту сцену в филармонию. Я неожиданно зашла. Если вы не против, Александр, замечательного артиста Артема Елисеева. Под ваши бурные аплодисменты. Какое шоу! Аргентина сошла с ума. В последний путь провожая актрису Перон. Страна безумна, слезы свои и ночью, и днем провожаем себя не щадя, позабыв обо всем. С каким размахом она ушла, словно занавес рухнул вниз. Спектакль завершила Эвита Перон. Погасло солнце, и мы впали в траур. Папарацци всех стран, свидетели похорон. Словно стая ворон. Но кто ты, святая Эвита? Все плачут, словно прощаются с Богом. А ты на самом деле, что мы теряем с твоим уходом? Минута славы и яркий блеск, то шоу, когда вся толпа тебе кричала: мы любим Эвиту Перон. Погасло солнце, и мы впали в траур. Папарацци всех стран, свидетели похорон.
словно стая ворон. Санта Реджина, Мане, Мизерикордие, Вита Дочеле, Спес Ностра, Сальве, Сальве, Реджина, Адет Вамагус, Эксулес Филиева, Адесус Пирамус, Джеменес, Эфменес, Аслевес, Авния. Народ был обманут и Витой, они считали ее бессмертной. Они хотели не так уж много, но их надежды не оправдались. Вы, глупцы, пойте хоть всю ночь, молите ваши ей теперь не помочь. Она ушла, пустует трон, ваш бессилен глупый стон. История ход свой не повернет. Я помню, был октябрь 45-й год. Закатилась звезда, ее свет погас, и в упадке страна оказалась у нас. Взамен правительство, театр теней, а вместо идей капризы королей. Напротив нам обездоленных вой, кто против будет раздавлен тобой. Но кто я такой, что смел судить? Ведь люди вправе слезы лить. А если в трауре народ, анархист я, идиот, а может просто гражданин из сотен тысяч тех мужчин, кто проводил в последний путь страну, что больше не вернуть. Вы, глупцы, пойте хоть всю ночь, молите ваши ей теперь не помочь. Она ушла, пустует трон, ваш бессилен глупый стон. Колокол бьет. Дамы и господа, Артем Елисеев, замечательный ансамбль фестиваля X39 и, конечно, прекрасный мюзикл «Эвита». Ну а мы продолжим нашу готическую тему. И я приглашаю на эту сцену следующий дуэт, который исполнит композицию из мюзикла «Семейка Адамс». Под ваши аплодисменты Александр Казьмин и несравненная Юлия Дякина.
одно: жить без иллюзий мне суждено. Из храбрых, но я в тебя влюбилась, и я не псих, об этом не просила, но я уверен в чувствах своих. Хочу с тобой объехать мир и видеть свет. Хочу с тобою встретить ночь и ждать рассвет. Я не поверю, если ты ответишь нет. Безумнее, чем ты, безумнее, чем ты, и знай, ты будешь счастлива со мной. Безумнее, чем ты, ну так давай решим, кому сложнее сделать выбор свой. Дальше крыть уши мне нечем, выстрелу нажми на спуск. Если вдруг проткнешь мне печень, то с тебя прощальный блюз. Хватит мне давать советы, может быть, пристрелишь это. Я давно с тобою удивлен, но я как будто силой наделен. Я как будто чувств лишен, да пусть над вами летит и этот бой решен. Безумнее, чем ты, безумнее, чем ты, давай же испытаем эту боль. Безумнее, чем ты, и правила просты, с тобой рядом быть собой позволь. Безумнее, чем ты, Дякина и Александр Казмин. И отрывок из мюзикла «Семейка Адамс», который в рамках «Золотой маски» пройдет 5 и 6 числа в Москве. Билеты, возможно, есть, возможно, можете санкционно как-то их достать, не знаю. А на эту сцену хочется пригласить, мы продолжаем нашу тематику, мюзикл «Дракула» и главный вампир всея Руси, Иван Ожогин и Эмиль Салес. Встречайте! Она будет со мной, так знай, для нее я буду веки закрыть. Если ты не уйдешь, то умрешь, а девчонка не стоит того. Смирись впустую, ты потратил жизни срок. Она будет живой среди нас, и спасется ее душа, а тебя скоро смерть усмирит. Я встречал немало монстров на своем веку, твой крест гореть в аду. Час близок, час близок, финал игры. Отчего ты не сдашься мне сам? Нет иного пути. Час близок, все ясно, нам наперед. Если кто-то из нас победит, значит кто-то. Что с того? Не изменишь закона ты, этот мир обречен, все падет! Судьбы тебе не уйти, и скоро мы разведем твой бездушный враг. Ты не сможешь меня победить, я бессмертный.
смертен, как ужас ночи потомков твоих. Обращу, и в могиле понять сможешь ты, что я свободен вновь. Освергнись, смерти меня! Путь близок, час близок. Преисподняя тебя возьмет. У меня в руках твой мир, жизнь твою я покорил. Хочешь обратиться в ад? Люцифер нам обоим дам ра! Час близок, час близок, финал игры. Отчего ты не сдашься мне сам? Нет иного пути. Иван Ожогин. Знаю, вероятно, кому-то непонятно, почему из миллиона дам, побродив по свету, я выбрал даму эту любопытным господам. Я ответ сегодня дам. Дама зимою и летом себя безупречно ведет, не носит меха и при этом не курит совсем и не пьет. А я пью, не ходит с визитами к маме, спокойно юна и нежна. Взгляните моими глазами, и станет прекрасна она. И станет прекрасна она. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, я хочу спросить у вас, но неужели любовь? Неужели любовь — это преступление? Неужели нам суждено угадать, кого Всевышний
предназначил нам в пару. Гуляю с подружкою милой, и пусть наша пара смешна. Вы скажете, это горилла. Зато не еврейка она. Жить заботой и быть на все готовым. Сегодня она станет женой. Я прошу прощения, все здесь, но если вы уже пришли, то пора бы уходить. Спасибо, всех благодарю за то, что вы пришли на свадьбу нашу с Полом. Это клево, то, что время вы нашли, но я прошу ему ни слова, не хочу ему плохого. Я вечно порчу все и не хочу испортить снова. Всем мерси за цветы и подарки. Я прошу, отойдите от арки. Всем пока, ведь свадьбы не будет сейчас. Ты случайно не видела мою бабочку? Бабочка? Она на тумбочке, да. Как раз там вот, рядом с моей предсмертной запиской. Гости дорогие, я не знаю, что вы ждете, почему вы тут стоите и домой вы не идете. Но зачем вам эта свадьба? Это пахнет нафталином. Даже слышать это слово просто мне невыносимо. Нет, ну а медовый месяц, эти розовые слюни. Так что все домой идите, на подарки можно плюнуть. Всем мерси, но свадьбы не будет. Не грустим, а свадьбы не будет. Вон такси, а свадьбы не будет. Там тусим, здесь свадьбы не будет. Полуц, но свадьбы не будет сейчас. Эй, что стоим? Вы оглохли, я ясно говорю. Все домой, там поплачьте над судьбой. Побыстрей, ну прошу, а не то я часу душу смолю. Разошлись, на кону реально жизнь. Слушайте, ребята, если что-то непонятное, я бы очень попросила. Я уже на грани срыва, я психологу звонила, 5 таблеток заглотила. Он сказал, что в понедельник на прием я приходил. Но боюсь, что в понедельник, если сейчас вы не уйдете, вы меня не в кабинете, а в реке уже не найдете. Мам, а свадьбы не будет, всем богам пусть свадьбы не будет. Ну же, там, дверь вон там, а свадьбы не будет сейчас. Этот день точно не спасти, в унитаз спустить, как сон.
стоим, я же ясно говорю. Там домой, там поплачьте над судьбой, побыстрее, ну прошу. А не то я сейчас удушусь, молю. Разошлись, на кону реально жизнь. Ладно, извините, говорить вам не хотела. Я с утра сибирская язва и болой заболела. Это очень все заразно, оставаться здесь опасно. И спасибо за подарки, они правда все прекрасны. Тостер, ваза, два сервиза, кофеварка, мультиварка, три комплекта для постели, вентилятор, пароварка. Все восторг, но свадьбы не будет. Съешьте торт, ведь свадьбы не будет. Кончен спор, а свадьбы не будет. Лучше в морг, а свадьбы не будет. Бедный пол, но свадьбы не будет сейчас. Отдельные аплодисменты Его Величеству, оставшемуся на сцене. Только благодаря ему вот такие скороговорки возникают в мире мюзикла. Ты вообще псих. Да. Знаешь, есть такое выражение: жила-была девочка, сама виновата. Это ты, наверное, про Золушку? Например. Да, есть ведь истории всякие, например, про Золушек, ну, правда, с насилием, какие-нибудь школьные истории. Смотри, смотри. Но перед этим... ты подготовился. Но перед этим мы наконец-то вручим сегодняшнюю первую премию. Ура! Под названием «Любимая артистка зрителей». Так. Барабанная дробь. А, спасибо, барабанщик, барабанная нашел. Вы все помните, что вы голосовали? Это зрительское голосование, любимая артистка. Потому что зрителей. Есть еще и незрительское, есть еще как будто бы типа компетентное жюри. Да, я голосовала за себя. Так тебя не было в списках? Было. А, да? А это да. Меня там не было? Не знаю. Так, внимание, барабанная дробь. Любимая артистка зрителей! Жду. Достань награду. Итак, Дарья Январина! Даша, пожалуйста, поднимитесь к нам на сцену. Даша курила на улице, поэтому тепло оделся. Чему я колёсая? Искупайте в овациях. Слушай, ей же петь дальше. Она уже плачет. Это все тебе. Смотри, в корзине... И вот это, самое главное, вот это зрительская любовь тебе. А здесь, смотри, здесь гречка, сахар и кое-что еще, чего тоже нет на полках, да-да. Да, тебе да. Ты хочешь что-нибудь сказать? Спасибо какое-нибудь хочешь? Скажи, солнце мое. Я хочу сказать, что я вас тоже люблю. Спасибо. Ну не мой шлёткое такое. Любимая артистка зрителей по итогам прошедшего года Дарья Январина. Спасибо за то, что голосовали! Ура, ура, ура! Малыша, провожаем тебя. Тебе же скоро идти обратно, поэтому иди, выдохни. Саша, у тебя есть сценарий? Скажи, что дальше. Следующая музыкальная композиция из мюзикла «Золушка» 2021 года. Встречайте на сцене Павел Стукалов и Алиса Кокова! Yes! I found your love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Where I found a boy, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Cause we may be kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my
between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. You look perfect. Well, I don't deserve this. You look perfect tonight. Дорогие друзья, Павел Стукалов и Алиса Кокова. Как красиво! Ох, ну что же, какой такой романтический момент у нас наступил сегодня в вечере. Хочется как-то двинуться дальше и все-таки снивелировать. Извините, вот это вот... А можно сфотографироваться? Что? А можно сфотографироваться с вами? Что вы хотите, я не слышу, сфотографироваться? Да, да, можно? Ну, сфотографируйтесь. Но только весь зал ждет, ничего? Ну, я быстро. Ну, давайте. Спасибо. Знаете, пожалуйста. Вы моя любимая артистка. Не упадите с лестницы, дорогая моя фанатка. Я хочу быть как вы. Сочувствую. Для этого надо много есть и ни за кого не выходить замуж. Ну нет, я в смысле не в этом плане. Я хочу быть тоже такой честной, искренней, правдивой. Спасибо большое, мне очень приятно, благодарю вас. Ну вот я не знаю, как этого добиться. Просто вы не понимаете, наверное. У меня просто в школе есть такие мерзкие девчонки. А вы в школе учитесь? Да. А сколько лет вам? 16. А беременна в 16 про вас снимали? Ну это было в прошлом году. Извините. Вот они постоянно толкают меня на всякие подлости. То подделать какую-нибудь записку, то любовное письмо. А еще они возомнили себя артистками и думают, что хорошо поют. Солнышко, ты, главное, не поддавайся. А с годами у девочек это пройдет. Надеюсь. Ой, Господи, Боже мой. Говорила мне мама, будь ты стоматологом, всегда будешь при бабле. Нет, поперлась бы. Неужто у нас проблемы? Я не терплю измен. Ты мне держишь, малыш, не выкручивай мне хрен. Тебе не давали слова, но выходка мне от конца. С огнем не играй и правила знай. Не тупи, овца. Мой стиль — пить до дна из горла до темна. Мой стиль — пыль в глаза всем вокруг, кто не за. Мой стиль — вышибал, что ни день, то скандал. Мой стиль — школьный трон, наше слово закон. Если трусишь ты, то играй с детьми. Школы править не всем дано. Твой глухой протест скоро надоест. Припадешь обратно все равно. Детка, звездный час настал. Заходи ко мне на бал. Если ты не тормоз, мы наполним твой бокал. Скорее проходи на бал. Наш мир слишком мал, знает весь пьедестал. Твой вид — глупый ход, никого не скребет. Сок в уголок, пусть ревет свой носок. Крикни, клуши вслед, до тебя дела нет. Что за
за детский сад столько лет подряд. Он давно на нее забил. Глупый сериал школу всю достал. Кто тебя встревать просил? Детка, звезды час настал. Заходи ко мне. Можешь с нами быть, а можешь быть соплей. Если будешь ныть, тебя вернем под стой. Хочешь школы править, так решай скорей. Или нас оставит, усуйся с ней. Ну все, мне кранты. Либо они смоют меня в унитаз, либо спустят по школьной лестнице вниз. И осталось жить мне 30 часов. Но я не могу поступать не по совести. Детка, звезды час настал. Заткнись, Хезер. Заходи ко мне на бал. Если ты не струсишь, что мы за тебя. Но помни, кто здесь правит бал. Приходи на бал поскорее. Приходи на бал поскорее. Приходи. Екатерина Бусыгина, Маруся Бережная, Евгения Лукина. И больше в школе не появляйся. Это наша территория. Еще раз появишься здесь, пожалеешь. Demon queen of high school has decreed it. She says Monday 8 a.m. I will be deleted. Then hunt me down in study hall, stuffing out me on the wall. 30 hours to live, how shall I spend it? I don't wanna stay and die like Adam. I could change my name and ride up to Seattle. Wait, here's an option that I like. Spend the 30 hours getting freaky. Hey, I need it hard. I'm a dead girl walking. I'm in your yard. I'm a dead girl walking. Before they punch my clock, I'm slipping out your window lock. Got no time to knock. I'm a dead girl walking. Veronica? What you're doing in my room? Sorry, but I really had to wake you. See, I decided to last ride you till I break you. Cause Heather says I got to go. You're my last meal on death row. Shut your mouth and lose those tiny bodies. Come on, I need it hard. I'm your dead girl walking. So the world's unfair. Keep it locked out there. And here it's beautiful. Let's make this beautiful. That works for me. I'm not too-
Пожалуйста, включите Казьмину микрофон, но надрывать в темноте. Раз, стать. О, спасибо. Класс. Musical Healers. Анна Тесс. И почему-то в заметке написано немного Павла Стукалова. Я сейчас на это посмотрел, и, честно говоря, даже как-то про что именно идет речь, про немного. Итак, встречайте сейчас на сцене Андрей Бирин, Дарья Январина. Musical Frozen. Yeah. Да, и вообще-то Ганс не незнакомец. Да? И как его фамилия? Южноостровной? Размер ноги. Разве это важно? Ну, узнать человека, за которого выходишь замуж, вообще-то это важно. Да сделал вывод о моих ты отношениях, но я скажу одно. Интригующе. В любви нет места ни проблемам, ни сомнениям, и мне не врет чутье. Уже пугающе. Кое-кому дано понять, что суждено. Читает сказки кое-кто. Читать полезно. И может кое-кто узнать любовь легко. Или ведется на милашечный видок его. О да, он милашка. Хорошо, что в этом мы солидарны. Да, это точно. А, кстати, какого цвета у него глаза? Я к тому, что гор вершину покоряя, нельзя запрыгнуть наверх. При истинной любви можно. Восходишь шаг за шагом, бесконечно уставая, и это тяжко для всех. Говори за себя. Любовь не просто миг, а долгий путь твоих. Всей жизни нам хватит, не спорь. Но это вздор! Любовь не сладкий приз, над ним потей, трудись. Считает потный работяга с гор. Да что ты знаешь о любви? Что ты знаешь о любви? Целовался, эй, а с кем-то из людей. Что ты знаешь о любви? Да любой, кто мозг имеет, путь оделся потеплей. Да любой, умея жить, нашел бы друга лучше, чем Олег. Полегче, только псих рискует часто, не жалея головы. Только псих бы не рискнул сейчас, ведь еще миг и мы мертвы. Оу! Ой-ой-ой! Но, увы, ты как? Я? Бывало лучше. Ну, потому что надо было слушать меня. У меня хорошая интуиция. Я знаю, когда опасность рядом, и чью любовь, когда она рядом. Может быть, ты меня вытащишь все-таки? Да, давай. Секунду. Вот это было неожиданно. Спасибо. Потому что тебе нужно быть дальновидней и в жизни, и в любви. Давай руку. Туше. Давай, держись крепче. И... Ой. Заметить стоит, мы прошли уже немало, и ты прям, правда, силен. Ну, я столько льда перетаскал. А ты мне жизнь спасла, и с радостью признал я, что был неправ на твой счет. Гляди-ка, это мило. Прыжок был смел весьма. А ты меня поймал. А ты чутка. А ты непрост. Спасибо. Пусть долго нам шагать, отрадно понимать, что мы команда, но стоит еще вопрос. Что ты знаешь о любви? Что ты знаешь о любви? Доверяй миру побольше. Зато бесспорно суть, интересным будет путь. Что ты знаешь о любви?
А, значит, а тем временем я хочу напомнить, значит, всем присутствующим, что, во-первых, звонок звенит для учителя, это раз. А, о чем мы там смеемся? Ну, расскажите нам, мы тут вместе все посмеемся. Что такое? Я не понимаю. Бардак устроили в школе. Сели ровно, достали двойные листочки и ручки. Да-да, именно так. Ничего страшного. Все готовы? Ну, тогда поговорим о Джейми. Бесконечны минуты в часах на стене, и бездарно бежит время жизни во мне. Поскорей бы уже звонок прозвенел, себя сдерживать больше терпения нет. Ведь иконный я, но вы даже не в курсе. Пока без белья, но вы даже не в курсе. Все вы тут бла-бла, но вы даже не в курсе. А типа гуляй, но вы даже не в курсе. Я свой путь избрал, вы даже не в курсе. О чем всегда мечтал, вы даже не в курсе. И кто вам сказал, вы даже не в курсе. Что вы мой бэк-вокал, вы даже не в курсе. И это мое шоу, вы даже не в курсе. И чтобы бит зашел, вы даже не в курсе. Ловлю я так, вы даже не в курсе. И вот так, вот так, вы даже не в курсе. Мой вайб, мой имидж, моя суть, всем кайф и радость принесут. Счастливо тух ты тут, а я на пути к мечте. Не хватит воли и огня, ваш душный бред не для меня. Найду свою звезду на бешеной высоте. Я же просто класс, а вы даже не в курсе. Номер раз, а вы даже не в курсе. И я хит, а вы даже не в курсе. И я суперстар, а вы даже не в курсе. Ведь я прорыв, а вы даже не в курсе. И мозга взрыв, а вы даже не в курсе. Мир пора менять, а вы даже не в курсе. И свободным стать, а свою мораль и строгий тон засуньте глубже и камон. Сойдите с полосы, а я на пути к мечте. Прошли бессмысленные дни, готовьте звездные огни. Готов я затусить на бешеной высоте. Если быт навалился, заела нужда, помни, есть где-то место, где классно всегда. Там один главный гость, Джеминю, это я. Могу вписать плюс один, если хочешь тебя. Дай звезда, а мы даже не в курсе. Навсегда, а мы даже не в курсе. Чтоб зажечь со мной, а мы даже не в курсе. Глянь, райдер мой, а мы даже не в курсе. Выйду я на свет, а мы даже не в курсе. В дорогом белье, а мы даже не в курсе. Я слепит вас, а мы даже не в курсе. Мой звездный час, а парней тут качает, и девчонок качает. Парни кричат, и девчули отвечают. Парни, у меня есть тачка, большие деньги, большой прибор. Девчонки, мы там, где кач, всегда везде произведем фурор. Просто фурор, просто фурор. Мы там, где кач, и большой прибор. Качнем прибор, качнем прибор, качнем прибор. Опыт рабочий. Ну, встречайте, мисс Хэтч. Слово училке. Не проходите меня там, понял? Ну, Жиза, что не говори. Я учила, но потом забила. Ну, Жиза, что не говори. Я ругаюсь, но я не стерва. Они поехавшие каждый первый. Я лишь пытаюсь их опустить на землю. На порою жестко, но известно всем. Ну, хоть за хотелками своими ты и рвешься, все равно под мир прогнешься. Все равно под мир прогнешься. Все равно под мир прогнешься. Гоу, Джейми, гоу, Джейми. Мой вайб, мой имидж, моя суть, всем кайф и радость принесу. Счастливо тухну тут, а я на пути к мечте. И вспомнив молодость свою, ты будешь рад, что Джейминю нашел свою звезду на бешеной высоте. Дай звезда, мы даже не в курсе. Навсегда, мы даже не в курсе. Что зажечь со мной, мы даже не в курсе. Сгэн райдер мой, мы даже не в курсе. Мы даже не в курсе. Мы даже не в курсе. А вы не в курсе.
прекрасные артисты ансамбля фестиваля мюзикла X39. Ребятки, уходим. Что-то мне подсказывает, что о Джейми мы сказали сегодня еще не все. Эти его слова, эти слова стали как стена, стена внутри меня. Обычная мысль, пара мимолетных фраз, но только выше и выше, все выше, глухая стена в моей голове. И эта стена встает из камней, где каждый пустяк отпущен мне. И я будто в плену, и не вижу я свет. Стена все выше и выше, все выше в моей голове. Растет в голове. И вот мне не преодолеть ее высоту. И вот я о смелых мечтах кричу в пустоту. На той стороне есть целый мир, открытый мне. На той стороне все достижимо, как во сне. И я взбираюсь, взбираюсь, взбираюсь по этой стене. Нет, нет, я не отчаюсь, отчаюсь, отчаюсь соперничать с ней. Нет, нет, в моей голове, в моей голове. Пустые слова, бессмысленный бред во мне навсегда оставили след. И эти слова, что держат меня, стена все выше, все выше, все выше и выше. Но я знаю, найду свой собственный путь. Хоть стены, что строите вы, не просто сверну. Той стороне все достижимо, как во сне. И я взбираюсь, взбираюсь, взбираюсь по этой стене. Нет, нет, я не отчаюсь, отчаюсь, отчаюсь соперничать с ней. Нет, нет, и я взбираюсь, стараюсь, стараюсь все выше и выше и выше и выше. Каждый шаг, каждый шаг, каждый шаг, каждый шаг по стене, по стене, по стене, по стене, по стене. Все выше и выше, все выше и выше, и выше, и выше. В моей голове, в моей голове, в моей голове. В моей голове, в моей голове. Ярослав Бояр у нас. Спасибо. И мюзикл «Все говорят о Джейми». Это как раз были еще пара эксклюзивных переводов специально для нашего фестиваля. Но давайте сейчас немного выдохнем, и самое время объявить любимого артиста мюзиклов. По мнению зрителей. По мнению зрителей. Да, 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 да. И, пожалуйста, можете подняться на сцену? Давайте на этот раз конверт. Подожди, Агатушка, давай. Да, 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 скорей. Нужна ваша помощь. Мы не справляемся. Поведете чуть-чуть? Спасибо. Пусть вашей рукой. Ага, да, открывать. Но не рвите только, открывайте.
Как это неожиданно. Итак, любимый артист зрителей Ярослав Бояр у нас. А Ярослав, вернись. У-ху! Тебе принесли еду. Встань в центр, что ты там, как бедный родственник, сюда. Наконец-то! На тебе микрофон, скажи что-нибудь, на. Что здесь сказать? Устроены так люди, желают знать. Ну что сказать, устроены так люди, желают знать. Конечно, весь этот путь, он не для наград, он для дружбы, он для просвещения, для музыки, самой честной в мире. Но с этим жить будет гораздо приятнее. Любимый артист зрителей. Значит, есть еще любимый артист экспертов. Значит, эксперты меня не выбрали. Но мне все равно, потому что меня выбрали зрители. Спасибо вам! Ну, я погнал дальше удивлять. Поблагодари девушку, которая своей счастливой рукой вытащила твое имя. Подари немножко счастья людям. Спасибо вам огромное. Провожаем вас обратно в первый ряд. Ярослав помогает спуститься даме. Да, спасибо. Мы вообще не сомневаемся в тебе ни на секунду. А сейчас на сцене еще одна непростая подростковая история. Мюзикл «Пробуждение весны». Встречайте, Анна Вершкова! Rain.
Спасибо. Дорогие друзья, сейчас на эту сцену выйдет трио из нашего прекрасного города Санкт-Петербург, мюзикл «Мисс Сайгон». Встречайте, Алия Агадилова, Алиса Кокова и Дарья Ким на этой сцене прямо сейчас! На вид крутые мужики, мальчишки в сексе, что с них взять? Но в их объятиях вижу я опять фрагмент из старых кинолент, мираж из прошлых лет, паря в мечтах своих, смогу забыть я хоть на миг. Мелькают кадры вновь, романтики полны. Он взял меня с собой в страну, где нет войны. Смех наших малышей, счастье навсегда. Мне нет пути туда, в мир прекрасный, как в кино. Не здешний мир иной. Трудно слезы мне скрывать, во всем и буду угождать. Гоню я прочь и стыд, и боль, как будто это происходит не со мной. Врагов, как мужики, и старых кинолет. Но как мальчики
снов. Нездешний мир иной, прекрасный, как в кино. Дамы и господа, прекрасное трио из мюзикла «Мисс Сайгон». Ты прочитала мои мысли. Да? Я хотел сказать просто слово в слово. Дарья Ким, скажи за мной слово в слово. Алиса Дамы... Кокова. Ну что ты, ну, и что-то. Алия Агадилова. Да ты моя умочка! Аплодисменты, девчонка! Провожайте бурными аплодисментами! Не пора ли жарковато. Это, ну, знаешь, держи себя в руках. Сейчас выйдет супружеская пара. Они же сейчас выйдут, я ничего не перепутала. Дамы и господа, на сцене Эмиль Салес. И Екатерина Иванова. Салес, правильно. Мюзикл «Уэйтресс», встречайте! Здравствуйте. Здравствуйте, а где все? Я пришел пораньше, чтобы вас принять, и сейчас никого нет. Понятно. А это, кстати, вам. О, спасибо, спасибо. Я сама пекла. Правда? Да. Ух ты. Да, по поводу вашей проблемы, по поводу которой вы мне звонили по телефону, все в порядке? Да, вроде да. И никаких больше проблем не беспокоит? Нет. О, боже. Что? Это шедевр. А, вы про пончик. Это самые божественные пончики в мире. Так, простите, пожалуйста. То, что касательно вашей проблемы, это нормальный симптом на ранней стадии беременности, это правда. Нормальный симптом? Да. Подождите, это все, что вы хотите мне сказать? Нет. Тогда что? Я... Что? Ничего. Мы с вами увидимся на нашем следующем приеме, и вы можете, если что, звонить мне, если у вас возникнет... Если что-то побеспокоит или там какие-то проблемы. Простите, я не совсем понимаю. Вы позвали меня сюда в 7 утра, чтобы сказать, что это нормальный симптом? Подождите, вы не понимаете, я встала очень рано, я ехала на автобусе, я шла 5 кварталов, чтобы просто услышать, что это нормальный симптом. Я правильно вас понимаю? У меня нет ответа на ваш вопрос. А когда открывается клиника? В 9. Подождите, вы пришли сюда на 2 часа раньше, чтобы сообщить мне, что это нормальный симптом. Видимо, да. До свидания, доктор. До свидания. Знаете что, вы странный. И я не хочу, чтобы вы были моим доктором. Вы меня смущаете. Простите, пожалуйста, я больше так не буду. Я обещаю... Вы опять это делаете. Но вам нельзя волноваться. Нет, вы опять это делаете. Вы за меня беспокоитесь. Вы такой милый, весь... Прощайте. Простите, вы забыли... Прошу прощения. Что вы еще хотите? Может быть, мы с вами... Тут нет ни стены. Может быть, мы с вами могли бы как-то встретиться, где-то пообщаться, выпить чашечку кофе. Мне нельзя кофе. Вы же сами мне это запретили. Ну что вы за доктор такой? Вы можете выпить соку или воды? Я... Совершаем глупость мы с тобой. Я знаю, я полностью согласен. Совершаем глупость мы с тобой. Да, так и есть, подтвердит любой. Совершим большую глупость мы с тобой. Ведь ты женат. Ты тоже в браке. Ты мой доктор. Ты скоро станешь мамой. Совершаем глупость мы с тобой.
рассудок спит мой. Верить в чудо абсурдно, столь безрассудный шаг ситуацию только усугубит. Хватит бредить, уже затянулась игра, хотя была бы такая глупость, так уж глупа. Совершаем глупость мы с тобой. Совершаем глупость мы с тобой. Но пока ты побудь со мной. Да, совершать не стоит глупость нам с тобой. Верить в чудо абсурдно, столь безрассудный шаг ситуации только усугубит. Хватит бредить, уже затянулась игра, хотя была бы такая глупость, так уж глупа. Жизни пик, крайний рубеж, и большим стать я не смогу. Не нужно сделать глупость, не нужно сделать глупость, не нужно сделать глупость, не нужно сделать глупость хоть раз. Верить в чудо нетрудно, сквозь безрассудный шаг ситуации секрет сохраним. Зачем же момент упускать, если можно любить? Дай мне шанс убедить себя, что в твоих руках обо всем прочем можно забыть. Вот вывод мой, не такая уж эта глупость. Мы с тобой. Я всегда вхожу, знаете, мне как-то неловко сегодня на какие-то постельные сцены постоянно. Друзья, сейчас... Не завидуй, Сань. А я все ботаников каких-то, да, играю вот этих вот. Судьба! Друзья, сейчас на этой сцене лауреата «Золотой маски» Юлия Дякина и Иван Ожогин представят композицию из мюзикла «Ребекка», переведенную специально для фестиваля силами Юлии. Встречайте! Ваши аплодисменты! Был у края ужасной бездны, былых надежд остался бледный след. Боялась за тебя, я больше не могла смотреть, как тонешь ты во мраке ночи. Что было бы со мною без тебя? Разве это важно? Может, пучине прошлое сгинет рядом с тобой любой ценой. Жизнь моя в твоих руках. Оставим страх по ту сторону ночи. Позволь себе свободу. Не нужно слов.
начала нашей жизни путь. Я так хочу видеть блеск в глазах твоих и наплевать, что думают другие. Давай уедем навсегда из этих мест, не сказав ни слова. Господа, Иван Ожогин и Юлия Дякина! А сейчас мы хотим, дамы и господа, пригласить на эту сцену Кирилла Алешкевича для вручения специальной премии! Под ваши аплодисменты, конечно. Дорогие друзья, вы знаете, занимаясь организацией нашего фестиваля, мы единогласно приняли решение о необходимости отметить человека, который внес неоценимый вклад в современную музыкальную индустрию страны и музыкальный театр в частности. Александра Борисовича Градского. И сегодня мы хотим почтить память этого великого человека и вручить спецпремию за вклад в развитие жанра рок-оперы его достойным ученикам, артистам музыкального театра «Градский холл» Елене Мининой и Андрею Лефлёру. Спасибо, друзья. Спасибо большое. Очень рады, что сегодня мы вспомнили Александра Борисовича. Сейчас мы с Еленой споем одну песню из его великой рок-оперы «Мастер и Маргарита». И ждем всех вас всегда в нашем театре «Градский холл». Это будет непременно, или поздно, или рано. За зимою явится весна. Поступенно, постепенно заживет на сердце рана, и меня разбудят ото сна. И душа моя оттает, отболит, что наболело. Перестану ссориться с собой. А когда мой час настанет, позвонит мне Азазелла, и звонок окажется судьбой. А звонок окажется судьбой.
пробьется к дереву вода. Срока, будь готов от рока схлопотать. Был и не был врал от скуки, или взят был на поруки, или по рукам пошел плутать. Ну а если душу тело, и что истина велела, и что сам сумел предположить, ты кладешь на плаху смело позвонить всем Азазелла. Ты умрешь, но вечно будешь жить. Ты умрешь, но вечно будешь жить. Спасибо, друзья. Спасибо. Дамы и господа, ваши бурные аплодисменты. Прекрасная Елена Минина. Андрей Лефлер и Елена Минина. Ну что ж, а сейчас мы пригласим на эту сцену прекрасную... Подожди. Нет, не сейчас. Устали? Там кто-то... Скоро перерыв. Сейчас, это так, я в положение вхожу. Буквально два номерочка, и можно идти курить. Ну что, его замечательные люди Евгений Кириллин, и... Анфиса Калимуллина, не даю тебе работать, Саша, отдыхай. Анфиса Калимуллина, еще раз говорю. И Евгений прекрасный Кириллин. Дуэт из да. мюзикла «Дорогой Эван Хэнсон». Встречайте! Ура! I don't need you to sell me on reasons to want you. I don't need you to search for the proof that I should. You don't have to convince me. You don't have to be scared you're not enough. 'Cause what we've got going is good. I don't need more reminders of all that's been broken. I don't need you to fix what I'd rather forget. Clear the slate and start over. Try to quiet the noises in your head. We can complete with all that. So what if it's us, what if it's us, and only us? And what can before, what can anymore, or matter? Can we try that? What if it's you, and what if it's me, and what if it's all that we need to be? And the rest of the world falls away. What do you say? I never thought there'd be someone like you who wants me. Well, so I give him 10,000 reasons to not let me go. But if you really see me, if you like me for me and nothing else, well, that all that I wanted for longer that you could possibly know.
Have you ever felt like nobody was there? Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere? Have you ever felt like you could disappear? Like you could fall and no one would hear? Well, let that lonely feeling wash away. Maybe there's a reason to believe you'll be okay. 'Cause when you don't feel strong enough to stand, you can reach out your hand. And oh, someone will come running, and I know they'll take you home. Even when the dark comes crashing through, when you need a friend to carry you, and when you're broken on the ground, you will be found. So let the sun come streaming in, 'cause you reach up and you rise again. Lift your head and look around, you will be found.